Посмотрите, что я нашел. Это машина, которая убежала от нас, когда мы учились считать. Подожди, машина, я не имел в виду, чтобы ты ехал. Давайте изучать дорожные знаки и научим эту машину правильно ездить. Ты красивая и блестящая. Пожарная машина Фрэнк отлично помыла тебя. Итак, машина, поезжай не спеша и слушай, что мы расскажем тебе. Первый знак – это знак «Стоп». Обязательно останавливайся перед каждым знаком «Стоп». Пытайся обогнать поезд. Всегда останавливайся перед знаком «Железнодорожный переезд», когда загорается красный свет. Теперь ты понимаешь, почему. Привет, Дональд! Ты слышишь это? Это пожарная машина. Съезжай на обочину и остановись. Дай проехать спецтранспорту. Смотри, красный свет. Всегда останавливайся на красный свет. Хорошо. Не спеши. Этот знак говорит «Школьная зона. 15 миль в час». Всегда останавливайся, когда дети садятся в школьный автобус или выходят из него.
Это строительная зона. Будь очень внимательным. Нет, машина, не надо туда опять ехать. Прекрасно, а ведь я недавно отмыл тебя. Ладно, давай найдем пожарную машину, чтобы снова помыть тебя. Теперь ты понимаешь, как важно знать знаки дорожного движения. Спасибо, что учили знаки с нами.